Твою мать. Там баб повешен. А, погодите, я думаю, а чё он у меня назад не ходит? У меня кнопка назад сброшена почему-то. Я не понял, честно говоря. Назад. Ой, ой. Назад у нас. S. Все. Отлично. А то, блин, я задом не мог ходить. Все хорошо. Каким-то странным образом это получилось. Ну, увидели, да, тут повешены женщины и уже синяя, похоже, всем насрать. Давайте как-нибудь, может, нам туда попасть можно. Хранилище заперто. Может, бухло есть. Блин, что-то я уже запутался. Здравствуйте еще раз. Мистер Уолтерс. Послушайте, мисс, я просто хотел с вами поговорить. В этом же нет ничего плохого, правда? Это очень плохо. На виду говорить с приезжими не слишком умно. Как насчет того, чтобы на пару минут сыграть в дурочку? Нет. Какая-то бука, а? Она слишком напугана, чтобы со мной разговаривать. Но этой леди точно что-то не открывается. Но этой леди точно что-то не открывается. Ух ты, там кого-то утаскивают. Охереть, бля, да что тут творится-то? Так, тихо делаем вид, что мы ничего не видели. Давайте попробуем еще раз к нему подойдем. Может, я просто что-то там пропустил, упустил из виду. Простите, но вы в порту всю жизнь прожили? А последние 37 лет в доме старой леди Уорн. А до этого неподалеку от фабрики рыбных консервов. Консерв! В доме леди Уорн? Принесите, старинец, эдуку бутылочку, чтобы горло промочить. Я вам все расскажу. Не открывается. Ах, где ж тебе взять бутылочку, если тут все закрыто? Что за жизнь? Так, тут у нас что? Тут у нас все закрыто. Само собой. Не поддается. Пойдемте обратно. Что нам еще остается? Сейчас найдем где-нибудь выпивку. Вот только где. Так, констебль ушел. О, констебль ушел. Блин, ты меня чуть пугаешь так. Избегайте освещенных мест. Вообще. Ой, он сюда идет. Тихо. Давайте-ка мы пока. Вот так вот. Сидим тут маленько. Хотя надо было, наверное, пробежать просто туда. Но лучше осмотреться. Торопись. Ой, вернее, торопиться не надо. Что я говорю-то? Идет, слышу. Так, здесь что у нас? Никого, кажется. Тихонько, спокойно. Чем тут забыли вообще?
Ну, раз идем, видимо, надо. На какой-то подвал странный. Давайте запишемся. Инсмут, курьер, курьерская машина. Так, зайдем в это здание. Не знаю зачем, но... Дверь заперта. Расследование проводить все-таки как-то надо. Так, это что, не черный вход, что ли, я не пойму? Дверь заперта. Дверь заперта. Так, еще раз попробуем. Но, видимо, нет. Так, в машине у нас бухла нет, случаем? Нет, это печально. Тут я никак не пролезу. Похоже, что нет. Или это главный вход? А вон там он. Черный. Так, сейчас главное на этого не нарваться. Тихонько, спокойно, медленно. Не открывается. Да харе ты, блин, а. Не поддается. Да. Это фиаско. Так, ну и что, где он? Так, что-то не видать его. Куда подевался-то? Открыто. Открыто. Вот, видимо, сюда нам было надо. Предметы, которые... Да, спасибо. Прикроем дверь. Не будем палиться. Так, ну видно, что... Эти полки на вид не очень тяжелые, их можно подвинуть. Подопрем дверь. Кто-то этим занимался уже, похоже. И теперь мы, я думаю, в безопасности. Различные документы, но ничего интересного в них нет. Так, давайте исследуем место преступления. О, аптечки. Ну, аптечки, я думаю, всем понятно. Для чего? О, бухло вижу. Так, ну сейчас мы его возьмем. Но сначала обследуем тут все. Потому что чует мое сердце, если мы его возьмем сейчас. Что-нибудь да произойдет нехорошее. Допустим, вот эту аптечку подберем. Чтобы его поднять, мне нужна ручка. Ага, понятно. Не поддается. Все, идем, берем, короче говоря. Бухло. Пишущая машинка, счета, фактуры и квитанции. Ничего. Тут лежит бутылка самопального рома и деревянная ручка. Ух ты, блин. Там выламывают. Наверное, он ведет в погреб. Давай быстрее, братень. Там сейчас дверь вынесут уже. Ух ты, блядь. Я надеюсь, я не погиб. Ага.
А нет, судя по всему. Кто бы там ни был, чтоб ты сгнил. Ну смотри, что делает, да? Скотина. И чё, как отсюда убираться теперь? Так, ну что у нас в этом подвале есть? Мука. Хотя бы с голоду не подохнем. Да, лестницы нет. Тут даже Тарзан бы не справился. Какой-то дневник. Нет. Дневник, собственно, нашего подозреваемого. Что ж, в одном я готов согласиться с местными. Мне не стоит задерживаться в этой паршивой дыре. Теперь я понимаю, почему сюда никто не приезжает. Еще один долгий день в магазине. Вначале я думал, что люди обходят его стороной, потому что First National не местная марка, но потом заметил, что они в другие-то магазины не ходят. Раз уж об этом зашла речь, я не видел здесь ни одного работающего магазина. Здесь все вымерло. Но скоро я все равно отсюда уеду. И не один, а вместе с ней. Она единственная хорошая, что есть в Инсмуте. Мы взломаем сейф старого Уэйта, возьмем машину и здравствуй, Нью-Йорк. Яркие огни, ночная жизнь, все-все. Я ей все это покажу. Судя по всему, у Брайана была девушка. Это дневник. Здесь должны обнаружиться какие-нибудь улики. Ну и мое чутье мне подсказывает, что, собственно, та мисс, которую мы встречали, это и есть та девушка. Так, что нам это дает? Куда тебя надо подвинуть? Двигаешься ты у нас, судя по всему, только по этой прямой, да? Какая-то слабая стена. Давайте попробуем. Да, скажу честно, я помнил это место. Так, я попал в какую-то... Стена рухнула. Наверное, она уже была сильно повреждена с одной стороны. Кто-то отсюда выламывался, похоже. Темница какая-то. Здесь останки человеческие. Причем ни одного человека, как минимум троих. Да, это дело дурно пахнет. Так, осторожно, выходим. Так, вот этот фонарь мне подсказывает, что... Да, мы около того входа. Что у нас тут? Собственно... Мы попали в сам офис магазина, похоже. Ищите патроны. Боезапас всегда переносится на следующий уровень. Кэп опять не дремлет. Что бы мы делали без тебя, Кэп? Так, что здесь все покрылось уже паутиной? Это что? Так, что надо для двери? Не поддается. Ничего. Еще у нас как минимум две двери. Давайте посмотрим здесь. Ох, твою мать. Черт возьми. А ведь погодите-ка. Не ее ли я видел? Нет, ее я не мог видеть. Просто потому, что здесь окошек нет. Значит, здесь как минимум двое повешенных я уже видел. Да, с этим городом что-то явно не так. Нам, похоже, надо спрыгнуть туда. Давайте-ка мы сходим сначала в эту дверь. Некоторые двери на щеколде. Ага, и сейчас мы выйдем.
Давайте-ка мы сначала туда пойдем тогда. Потому что насчет выхода я уже точно знаю, где это мы окажемся. А, да спрыгнуть я сегодня не могу. Судя по ужасной вони, эта девка повесилась несколько месяцев назад. Да уж. Нашего героя опять замутило. Уходим из этого ужасного места. А ты кто такой? Привет, Джек. Я вас знаю. Лукас Мэкки. Простите, если испугал вас. В Инсмауте приезжих немного. Новые имена узнают быстро. Зачем вы приехали, Джек? Вы здесь из-за пропавшего паренька Бернама? Неплохо. Я частный детектив. Мой клиент — друг Бернамов. Читали архивскую прессу? Ваш паренек времени не терял. А кто вы, Мэкки? Сразу видно, вы не местный. Что вы делаете в этом городе? Все так, Джек. Ничего интересного, к сожалению. Я правительственный промышленный инспектор. Меня отправили в эту дыру, чтобы проверить старый комбинат Маршей. Да, кстати, у меня встреча с его управляющим, Джейкобом Маршем. Хорошо, может, еще свидимся. Понятно. Это первый дружественно настроенный человек, которого я встретил в этом чертовом городишке. Но я уже довольно давно занимаюсь своим делом, поэтому точно могу сказать, что он что-то скрывает. Да, мутный типок какой-то. Запишемся. И идем дальше. Так, ты там не пропал? Подождем маленько. Вдруг он тут ходит. И я сейчас ему прям навстречу выйду. Еще не хватало. Какого хрена? Что это? Это площадь главная, я знаю ее. Держи рот на замке. Я ему ничего не скажу. Что-то тут они мутят, а? Блин, он откуда-то оттуда смотрел, что ли? Так, ну что, мне, я думаю, сейчас нужно бутылку отдать этому прощелыге. Сколько там на часах местных, я не посмотрел. Добрый вечер. Улицы вообще пустынные. Жутковатый городишко, честно говоря. Братюнь тут еще. Эй, старина, что тебе известно про ограбление универмага? Это магазин Тома. Там уйма всяких разных вещей. Так ты знаешь Тома Уэйта? Я знаю, что он принял третью клятву, от которой я отказался. Да, да я лучше вздох, чем ее принял. Что еще за клятвы? Не понимаю. Вы только принесите мне бутылочку ликерчика, молодой человек, и я вам все расскажу. Блин, это что за звук был такой? Набухло свое. Это что за грохот был? А, вы так добрый, молодой человек. Вот вам кое-что полезное. Может, когда-нибудь пригодится. Куда в тебя это все помещается, а? Хватит бухать. Вы можете меня психом считать. Как те из Аркхема и Ипсвича. Но старина Зедок повидал немало странного еще тогда, когда вы не родились. Все началось со старого капитана Беда.